Всем привет! Сегодня будем делать самодельную насадку, которую можно сделать буквально за минуты в домашних условиях. Она будет имитировать искусственный опарыш и работать не хуже, чем настоящий. Это достойная замена живому опарышу, когда его нет под рукой. На моем канале уже есть видео про изготовление искусственного опарыша. В этом видео немного другой рецепт и немного другая методика изготовления данной насадки. Для изготовления искусственного опарыша нам понадобится кусочек поролона, куриное яйцо, из которого нам нужен только белок, немного молока и ароматизатор. Для холодной воды в качестве ароматизатора используем животные запахи. Для теплой воды хорошо будут работать сладкие запахи. В моем случае можно использовать ванильный сахар или шоколад. А теперь приступаем к изготовлению. Так, вот наш белок. В моем случае здесь половина белка из куриного яйца, так как много искусственного опарыша мне не нужно. И теперь наливаем немного молока. Процентное содержание приблизительно 30-40% молока и 60-70% белка. Добавляем на глаз. Вот где-то так. И добавляем немного ванильного сахара. Полученную смесь хорошенько смешиваем. Вот как-то так. Так, с этим закончили. Теперь берем наш поролон и нарезаем его маленькими кусочками, имитируя опарыш. Режем вот такие маленькие полосочки. Вот столько заготовочек нам, думаю, хватит. Теперь берем нашу смесь и вымачиваем в ней поролон. Даем нашему поролону несколько минут напитаться и раскладываем на тарелочку. Вот так у нас получилось. Самое главное требование – это то, чтобы кусочки не касались друг друга. Для того, чтобы наша приманка окончательно стала готова, ее надо поставить в микроволновку. Время готовки выбираем опытным путем, исходя из мощности микроволновки. Как говорится, лучше недогреть, чем перегреть. Все, наша насадка полностью готова. В моем случае готовка на максимальной мощности микроволновки заняла приблизительно 40-45 секунд. Вот так вблизи выглядят наши искусственные опарыши. Они очень хорошо держатся на крючке и аппетитно пахнут. Вот такое видео у нас сегодня получилось. Кому видео понравилось, пожалуйста, оценивайте его. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.